Да-да. Извините, что отвлекаем. Есть срочное дело. Похороны Навального выявили ряд недостатков в ритуальной индустрии. Хотелось бы, чтобы когда подобные хлопоты коснутся лично вас, все прошло бы без сучка и задоринки. А что, может коснуться? Как говорится, готовься не летом, а катафалк после переизбрания. Да вы не волнуйтесь, в вашем случае все будет без эксцессов. Отвезем, закопаем, помянем, присягнем новому, глазом моргнуть не успеете. В общем, решили готовиться уже сегодня. Обзвонили все залы для прощания, везде отказ. Где платки для слез кончились? Где траурный оркестр в Казахстан от мобилизации сбежал? ДК имени электропроводчиков звонили? У них трауропровод протекает в связи с опрессовкой электронов. Можно в колонном зале? Никак нельзя. Уже забито под фестиваль Жулибина вчера, сегодня, завтра. Есть, есть! Казанский вокзал в четверг на 14:40. Поезд Москва-Адлер. Там столько народу прощаться будет. Попрощаемся и с вами. Никто не заметит. Отлично. С батюшкой договорились? Зачем батюшка? Будет шаман. Отпоет, отпляшет в лучшем виде. Но есть проблема с доставкой. Да, тут проблема. Хотелось бы без волокиты за ноги по улице. Есть вариант. Я что, зря столько лет в декларациях прицеп «Скиф» заявлял? Вот только волнуюсь, а народ-то придет? Придут, придут! Вы не представляете, сколько меня народу спрашивает, когда уже? Эх, горе-то какое! Пока не горе, только его репетиция. Вот черт! Секретарша в ежедневнике недели перепутала. Тогда это... С 8 марта, что ли? Звоните в колокольчик. Делитесь этим видео. Ставьте лайк. А если душа поет, то можете и 2 лайка подряд поставить. Согласен. Только слово «подряд» нужно убрать.